На ремонте вот такой духовой шкаф. Это шкаф Whirlpool. С поломкой, ну, не подает признаков жизни. Не работает. Открываем вверх. Для этого откручиваем винты, снимаем верхнюю крышку. И тут сразу видно, я уже открыл, был вот такой вспухшийся конденсатор на 47 микрофарод и 450 вольт. И в связи с ним взорванный шинконтакт. Откованный край на шинконтроллере. Что нужно сделать? Был заказан и шинконтроллер, и конденсатор. Как я буду выпаивать шинконтроллер? Ну, скорее всего, знаете, я возьму, сейчас покажу. Значит, если у вас есть паяльник, который захватывает сразу все четыре ножки, вы можете выпаять. Но здесь большой теплоотвод и будет сложно. Можно вот таким способом пойти, взять дремель, машинку, гравер, и просто аккуратненько здесь у основания подрезать ножки с одной, с другой стороны. А по одной ножке, конечно, выпаивается все легко. Ну, так очень быстро, без лишних затрат. Включил, буквально одна минута, и все ножки отделены друг от друга. Итак, работает духовой шкаф после того, как был поменен этот конденсатор и шинконтроллер. Сейчас покажу вам, если получится, сможете увидеть, какой. Тут так не видно. Значит, конденсатор 450 вольт на 47 микрофарад. А 289 шинконтроллер. Сейчас точнее постараюсь показать. Так, наверное, будет виднее. Ну вот, так. ТНИ 289 PG. Если вдруг у вас он выстреливает и бывает невозможно прочитать. Ну и после замены все работает. Поэтому если у вас такая проблема, повторяйте. И как кажется, неразрешимая проблема, ремонт платы управления. Ну, проблему решить можно. Повторяйте. Это не так сложно, как кажется. Все работает.